Канал «Таежная обитель» приветствует вас. Сегодня я еще с одним артистом. Это мой спаниелька, такой помесь, с дворняжкой. Я хочу вам показать один прием, которым эллинки пользуются. Это когда привязывают собак. Они привязывают собак калмыкским узлом. Но бывают собаки, которые снимают через голову привязь, вылазивают с привязи. И вот у них есть такой прием, вот уши мешают этого спаниели. Молодчина мой, да-да-да. Вот так он повернется. Берут вместе с волосами. И продевают в петлю эти волосы. И получается такая, вот так берут вместе с волосами веревочку. Вот нету тут сильно длинных у него, уши только длинные. Сейчас вот он. Вот так накручивают так же, как... И потом вот эта веревочка вместе с волосами продевается в эту петлю, подтягивается и вот так затягивается. Получается теперь, что когда тянешь вместе вот с волосами, вот они волосы здесь, и эта собака уже не может при желании вытащить голову, потому что вот тянется шкура с волосами. Вот такая, такой способ. Эвинки, вот я отпустил. Берутся волосы и делается петля. Эти волосы. Вот это вот так подтягивается, чтобы не болтался. И так вот туго подтягивает. И волосы сюда. Вот они волосы. Вот я показываю. Вот они. Их затягиваешь. Получается петля вместе с волосами. Батон, ты сегодня артист. Зовут его Батоша. Так назвали хозяева, которые дали. Вот такой узел вместе с волосами. Вот принцип я вам... Он у нас... На привязи мы его не держим. Он не кусает никого. Кличка у него еще подпольная, околоточный, потому что он по околотку здесь всех сопровождает, кто проходит на работу, с работы. Вот они, волосы продетые, вот я вытаскиваю. Ну, думаю, вот этот способ вам как бы понятен. Ну, вот на сегодня все. Такой строгий, строгая привязь винкийская для собак. В интернете я посмотрел, ничего подобного не обнаружил. Ну, теперь с моей подачи, может, кто-то что-то расскажет, кто-то что-то дополнит, а кто-то уже потом будет и сам показывать. Всего вам доброго, удачи, радости, творчества, гармонии с самим собой, с окружающим миром. Пока-пока.